Игорь, добрый день, меня зовут Андрей, я инженер-проектировщик компании «Сямженский лес». Составили для вас эскизный проект на основании дома Стефания, но с планировкой от проекта Ксения. Размеры дома у нас 9,5 метров на 8 по центрам. Крыльцо 2,5 метра по центрам. То есть все размеры, как вы указывали в приложенном файле. Давайте посмотрим дом снаружи. Так, дом посмотрели по высотным отметкам. Высота первого этажа 3 метра, высота мансарды 1,5 метра. Давайте зайдем внутрь. Здесь у нас крыльцо. Сбоку вырезы делать не стали, они потом уже делаются по месту при постановке сруба. Выходим дальше, попадаем в тамбур, прямо у нас санузел. Выходим, здесь у нас еще одна дверь и попадаем уже в гостиную. Лестница Г-образную чертили по вашему эскизу. И еще одна дверь и уже попадаем в гостиную. Здесь у нас кухня. Здесь не стали все бревна убирать, в последующем можно сделать арку. Так, сверху у нас балки перекрытия, брус 100 на 200, расстояние между балками 59 сантиметров под утеплитель. То же самое у нас и на первом этаже. Здесь мы также запроектировали фундамент, чтобы поставить на них балки. А под перегородкой из бревна, которая идет для санузла, сделали столб для экономии бетона. Так, первый этаж посмотрели. Давайте поднимемся на второй этаж. Поднимаемся на второй этаж. Повторюсь, высота мансарды 1,5 метра до начала ската крыши. Здесь у нас две двери, одинаковые комнаты. Сруб посмотрели. Давайте еще посмотрим строение крыши. Общая площадь крыши вместе с крыльцом 153 метра квадратных. Длина ската 5900, длина ската у крыльца 3 метра, угол крыши 33 градуса на основной крыше. Стропила используется 50 на 200 доска, шаг между стропил в чистоте 59 сантиметров под укладку утеплителя. Высота фронтонов именно треугольной части 3 метра. Так, сруб посмотрели. Эскизный проект, смету мы отправили вам на почту. Спасибо за внимание, до свидания.